Евгений Соловов отвечает на наши вопросы. Во-первых, с победой. Много заброшенных шайб. Я думаю, что тренеры всегда в этот момент говорят, что это хорошо для зрителей, да, для болельщиков, но плохо для тренерского штаба. Вот сегодня, в принципе, можно быть довольным этим результатом, игрой? Ну, результатом довольны, да. Провели неплохой матч, но большое количество пропущенных шайб, конечно, огорчает. Много позволяем сопернику атаковать, пропускаем контратаки. Ну, это молодежный хоккей, как бы будем работать над этим, исправлять. Все в процессе. Провели неплохих два периода, первый и третий, но вот второй немножко оставляет желать лучшего. А было ощущение такое, что вот после 3-0, после первых 20 минут, была такая потеря концентрации, потому что вот эти пропущенные шайбы в концовке, как будто показатель того, что команда уже остановилась, бросила играть? Не, я бы не сказал, об этом говорилось ребятам, они в принципе готовы, но они всегда, это юношеский максимализм, да? Они всегда нацелены на то, чтобы созидать, даже в тех ситуациях, когда нужно сыграть на оборону. Ну, отсюда возникают такие моменты. Завтра ранняя игра и мало времени на восстановление. Как вы планируете провести вообще это время и как будете восстанавливаться? Наверное, надо хорошо выспаться. Спасибо большое, с победой. Ильдус Вакильевич, крупная перестрелка, да, много шайб заброшено. Но я думаю, что от того, что поражение, наверное, такой осадок остался. Да нет, конечно. Пропустили очень легкие голы. Будем разбираться. Многие не сыграли на своем уровне. Ну да, по шайбам очень результативная игра, но не в нашу пользу. Отсутствие сегодня Разова, Симонова у вас сегодня забрали в первую команду. Вот это можно списать, что где-то такая маленькая легкая отмазка? Да нет, конечно. Ну, их нет, но у нас другие ребята, они должны доказывать свое, как бы, как правильно сказать-то. Ну, их может и не быть, но у нас же есть другие ребята, они должны забивать то же самое, не пропускать, защищаться. Спасибо большое, удачи завтра.